Если вам пришел штраф за проезд на красный, а вы этого не совершали или просто хотите обжаловать этот штраф, то это возможно. Закон позволяет обжаловать любое административное наказание в течение 10 дней с момента, как вынесли постановление. Штрафы ГИБДД за проезд на красный свет тоже можно оспорить. Как можно это сделать? Перед тем, как выписать штраф по фотографии, сотрудник ГИБДД сверяет номер авто с данными водителя. Кроме этого, он должен учесть условия, в которых находился водитель, погода, состояние дороги и инфраструктуры, светофоров, разметки и бордюров. Если инспектор не учел сильный снегопад, из-за которого нельзя было разглядеть сигнал светофора, это может стать поводом оспорить штраф. Прежде всего поможет запись видеорегистратора. Ее можно приобщить к жалобе, предварительно записав на диск или флешку. Если записи нет, пригодится показания свидетелей. Это могут быть пассажиры авто или, например, сотрудники ближайшего кафе или заправки. Кроме этого, могла ошибиться камера, зафиксировала не тот номер. В этом случае также поможет запись регистратора или, например, справка от работодателя о том, что водитель в это время был в командировке, а не на месте нарушения. Собрав документы, для жалобы водителю надо уникальный номер постановления УИН, ФИО начальника отдела, сотрудник которого вынес постановление о штрафе, данные автовладельца и его машины. Чтобы написать жалобу, необходим образец, составить документ, необходимо на имя начальника отдела, сотрудник которого выписал штраф, уточнить имя и название отдела можно по телефону, если есть постановление. В основном части опишите суть произошедшего и укажите причину, по которой просите отменить штраф. В приложении добавьте копии постановления и документов на авто. Всем успехов!